Да-да-да-да-да-да-да-да. Вы догадались? Ха, я тоже. Результат – одно ужаливание. Все пошло не так, как хотелось. Вуаля! Все очень просто. Авантюра началась вот здесь вот. О, да! Здесь что-то еще произошло. Событие произошло вот так вот. Сейчас вы сами поймете, как здесь все произошло. Гнездо вот там вот, внутри. Не видно? Оно находится в песке. Женщина подняла крышку. Гнездо, в свою очередь, упало. Но шершни гнездо восстановили. Я так думаю, по крайней мере. Поднимем потихонечку крышку. О, посмотрите на это. Красота. Как эта конструкция сделана, я вообще не знаю. Вуаля! Посмотрите, как шершни могут восстанавливать свои гнезда. Гнездо было вот здесь. А женщина, открывая крышку, сбила гнездо. А это вот старое гнездо. Когда я вам говорю, обрабатывайте места, где были старые гнезда, а? А гнездо упало, и они его восстановили. Вуаля-вуаля! О, маленький альфонсик. Ладно, шутки в сторону. Замочим гнездо, а потом посмотрим. Ситуация не совсем нормальная, потому что гнездо теоретически находится в другом направлении. О, и небольшая утренняя атака. Но это нормально. Гнездо должно было быть прикольно. Вот такое вот гнездо взяли с собой и поехали в отпуск. И как всегда, не забываем переставить гнездо в то же самое место, где оно находилось. Ножку гнезда также обрабатываем. Что тут добавить? Они просто восстановили свое гнездо. Перед вами переносное гнездо. Интересно, как оно устроено внутри? Сейчас вам покажу. Здесь галетки должны находиться в двух направлениях. А нет, прикольно. Гнездо упало, но восстановили его в том же самом направлении. Обалденные эти шершни. Не, на самом деле, они очень прикольные. Ладно, короче, это в принципе и не гнездо года. Но все равно прикольно. А здесь шершни вернутся в гнездо, прикоснутся к отраве и все. А я поехал к следующему клиенту. В субботу все дозволено. Все-таки неплохая движуха для такого гнезда.